Всем привет, я продолжаю проходить игру «Корсары каждому свое» на сложности «Отчаянный Корсар». Я благодарен зрителям, которые делают очень важные подсказки по ходу этого прохождения. И вот одна из них состояла в том, что я не совсем, видимо, оптимально прошел второй этап боя на ритме скелета. Дело в том, что здесь будет возможность драться со скелетами по одному. Там есть развалины этого дома, в которую, оказывается, можно забраться и драться с этими скелетами на входе в эти развалины. И я решил перезаписать этот эпизод, чтобы показать наиболее эффективное прохождение, которым я, признаться, никогда не пользовался. Вот здесь есть камень, через который мы проползаем внутрь этих развалин. Здесь, в принципе, можно вообще обойтись без тинктуры, но я решил при помощи этой тинктуры, чтобы не мучиться, завалить пару скелетов, чтобы они не слишком интенсивно выталкивали Шарля внутрь этих развалин. Безусловно, этот способ более эффективный, чем тот, который использовал я. Я напомню, что я проходил, просто ползая от них, принимая тинктуру, используя круговой удар. В принципе, тот способ тоже не очень сложный, на мой взгляд. Но этот способ, во-первых, он экономит здоровье Шарля, так как тинктура, напомню, она отрицательно сказывается на здоровье. А здесь вместо двух, а то и трех тинктур приходится принимать всего одну. Хотя, я еще раз подчеркну, в принципе, можно вообще без них обойтись. Во-вторых, этот способ экономит лечилки. Безусловно, я напомню, что у Шарля были проблемы с лечилками по ходу прохождения этого эпизода. У него их не хватало. Поэтому и в этом плане это нужно было мне сделать, чтобы показать действительно оптимальный способ. Но скелеты здесь, естественно, очень приличные. Просто с ними не будет. Но еще раз подчеркну, здесь самое главное не допустить выталкивания вглубь развалин Шарля. Сейчас прибудет Джессика, а с Джессикой лучше драться дагой коготь вождя, поэтому быстро переодеваем клейбэк на эту дагу, ждем Джессику. Также замечу, что можно, в принципе, пытаться дагой таким способом финтами разобраться с этими скелетами. Но у меня не очень получилось. Она слишком наносит маленький урон этим скелетам. Вообще, вот в этом втором раунде этого боя на рифе скелетов
скелеты помощнее. Мне кажется, они даже лучше бронированы. Дага наносит финтами урон там в районе 20, но максимум 30. Убивать эти скелеты очень долго. В результате они выталкивают Шарля внутрь этих развалин и добивают пробивающими ударами. Поэтому Дага у меня не получилось их убить. Пришлось использовать клэйбэк. А вообще, все-таки на этот рев скелета лично я рекомендую все-таки брать среднее оружие, мне кажется, оно именно в таких сражениях со скелетами круговых и рубящих ударах наиболее эффективно. Клейбэк не слишком эффективен, потому что они очень активно используют парирование финты эти скелеты, но вот с Джессикой покончено. Ну что же, теперь Шарлю нужно идти на мост. Я думаю, что я запишу и тот эпизод. Теперь Шарлю предстоит идти через мост. Видим, что теперь у него осталось 24 бутылки рома. Напомню, что в предыдущий раз всего 14. 10 бутылок для Шарля было крайне важны. Напомню, что у Шарля в прошлый раз оставалось ровно столько бутылок, которые позволяли ему дотянуть до разговора с Джессикой, но вот после этого разговора у Шарля не оставалось лечилок, и там были проблемы. Здесь как раз этих проблем удается избежать, благодаря правильному прохождению второго эпизода. Но также я скажу, что ром тяжелая штука, кроме того, лечит всего 50 единиц жизни. Но тем не менее, судя по всему, у Рома есть очень хорошее качество. Он не слишком сильно ухудшает здоровье Шарля, в отличие от многих других лечилок. Поэтому лично все-таки мой выбор на этом рифе скелета действительно либо имбирный корень, либо ром, несмотря даже на все их недостатки. Главный недостаток, что они слишком мало лечат жизни. И вот Шарль идет к Джессике. Она лишает его энергии. Но Шарлю здесь, естественно, энергия, так как он фехтует финтами, особо не нужна. Поэтому, по крайней мере, многие свои задачи, а именно более эффективно проходить этот эпизод, я решил. Еще раз я благодарен зрителям за подсказки. Они в том числе и существенно улучшают мое качество игры. Я думаю, что если бы у Шарля здесь была Мэри, то вполне возможно, он бы вообще здоровье не потерял. Так он потерял, естественно, здоровье на следующий день, но очень быстро его вылечил при помощи официанток и борделей. Мэри, безусловно, в этом плане намного более выгодная спутница, в том плане, что она присоединяется к Шарлю существенно раньше, чем Элен. Ее забота и ласки для Шарля как раз вот после боя на этом рифе скелета крайне важны. Но, к сожалению, здесь Шарлик лишён в данном прохождении.
Но вот следует разговор, Шарль, естественно, решил освободить душу Джессики от этого мертвого тела. Теперь он ее здесь похоронит, на этом острове. Ну вот, бой закончен. Безусловно, это было более правильное прохождение, чем то, которое было первый раз. Теперь Шарль прибыл в церковь Бриджтауна, только местный священник поможет Шарлю вылечиться от проклятий Джессики Роуз. Если Шарль будет общаться с другими священниками, то они будут советовать Шарлю искать только одного конкретного священника на архипелаге, понятно какого. Этот священник начинает с Шарлем разговор совсем по-другому, он сразу знает, какие проклятия наложены на Шарля, а также спрашивает, кто их наложил. Ну, понятно, что Шарль отвечает, что Джессика Роуз, а также говорит, что теперь она уже мертва окончательно. Священник берет у Шарля 20 свечей, а также говорит, чтобы он пришел завтра в 10 часов, и Шарлю предстоит молиться за себя и за Джессику. На следующий день после 10 вечера Шарль идет к священнику, ему предстоит здесь молиться целую ночь. Священник говорит, что приготовил тексты молитв, а также священное писание, дает Шарлю его 20 свечей. Говорит, чтобы Шарль молился за свое выздоровление, а также за душу Джессики Роуз. Священник сюда придет только утром, и Шарль начинает молиться. И вот свечи сгорели, Шарль заснул, и он переносится во сне в какое-то очень странное место, где он стоит на воде, а ему навстречу идет Джессика Роуз, такая, как она была 20 лет назад, крайне сентиментальная сцена. Замечу, что при различных вариантах прохождения этого квеста диалог здесь будет несколько различаться. Но в основе своей, конечно, одинаковый. И вот Джессика говорит, что у Шарля получилось. Бог услышал его молитвы, теперь он исцелился, а ее душа очистилась. Она не могла уйти без прощения Шарля. Шарль ее прощает, говорит, что она очень красивая. Джессика признает свои ошибки, а именно говорит, что все, что с ней случилось, это из-за злобы ненависти, которая разрушила ее. Чтобы Шарль не повторял ее ошибки, Шарль обещает, что ее ошибки он не повторит. И вот Джессика уходит, они прощаются. Ну что, Шарль зла не держит на Джессику, безусловно. Каждый может ошибаться, но главное, что она признала свои ошибки. Видим, что квест «Тени прошлого» уходит в архив. Теперь он действительно в прошлом. И все тени остались там, в том числе и также уходит болезнь Шарля. Здоровье его восстановилось. И теперь все проклятия сняты, ему надо плыть в Порт-Рояль. Теперь пора идти к адвокату Локсли. И вот Шарль сообщает ему, что у него есть на руках документ, точно подтверждающий, что Элен дочка Беатрис Шарп. Это письмо Беатрис ее брату о том, что у нее есть дочь от капитана Бучера. Ее зовут Элен, а также она передала ее кормилице Глэдис Чандлер. Глэдис также может при присяге это подтвердить.
Также он сообщает, что капитан Бучер остался жив. Теперь его зовут Лоренс Белтроп. Он как раз здесь имеет один из самых больших домов в Порт-Рояле, а также Долли как раз собирался его сделать губернатором английской колонии в Шарптауне. Но теперь позиции Долли будут сильно подорваны этим фактом. В общем, Локсли обещает успех, Шарлю нужно отдать ему 450 дублонов и явиться завтра к нему с Элен. На следующий день Шарль с Элен идут снова к Локсли. Шарль представляет Элен МакАртур. Локсли говорит, что ему очень приятно, тем не менее, для суда она, безусловно, Элен Шарп. Так как, напомню, что остров может наследовать только человек, носящий имя Шарпа. И вот все они идут к губернаторскому дворцу. Там будет проходить судебное заседание, которое все и решит. И вот они подходят. Но, естественно, все дело в шляпе. Шарль добыл более чем исчерпывающие доказательства. Кроме того, у них козырь в руках. Большой сюрприз для Дойля. То, что капитан Бучер и Лоренс Белтроп – это одно и то же лицо. Но видим, что Элен здесь почему-то рыжеволосая. Видимо, она здесь скорее напоминает свою мать. Ну и далее суд, естественно, закончился. Элен стал владелицей Исла Тессора. Переносимся в дом Локсли. Он поздравляет Элен именно с этим. А также Шарль восхищается способностями Локсли, особенно тем моментом, когда он объявил, что Бучер и Лоренс Белтроп одно и то же лицо. И судья распорядился арестовать Лоренса. Но далее Локсли напоминает про оставшуюся часть своего гонорара, а также говорит Шарлю, что для него теперь большие скидки. Кроме того, теперь он будет для Шарля всегда открыт и сможет для него решать проблемы с властями, в том числе и враждебными, то есть испанскими. И даже в самых тяжелых ситуациях он помирит, видимо, Шарля с этими властями. В общем, все замечательно. Далее мы переносимся на улицу. Здесь надо объясниться с Элен. Скажем, диалог мне здесь не очень нравится, поэтому я озвучу свой. Элен говорит о том, что она не хочет отправляться на Исла Тессора, не хочет управлять. Она удовлетворится рентой с этого острова и говорит о том, что новый глава берегового братства замечательно сам справится с обязанностями по управлению. Шарль отвечает, что он вполне разделяет это решение Элен. Во-первых, он тоже не хочет с ней расставаться. Во-вторых, Свенсон и Додсон отвоевывали это право для себя. Элен не стоит путаться у них под ногами, тем более, что у Шарля сейчас другие проблемы. И он не сможет ей покровительствовать в случае ее конфликта с ними. Ну, в общем, они соглашаются, что теперь Элен остается с Шарлем, и теперь они решают свои личные, улаживают свои личные отношения. Теперь они муж и жена. Происходит романтическая сцена. Элен также говорит Шарлю, что теперь она знает, что ее мать хотела отправиться в Европу и хотела зажить размеренной жизнью с ее отцом. К сожалению, у нее это не получилось, и вот она решила, что она хочет то же самое сделать с Шарлем. Шарль отвечает, что он не против, но ему нужно завершить здесь кое-какие дела. Видим, что романтические отношения в полную силу возникают между Шарлем и Элен. Так вот, Шарль решит здесь свои дела, они обязательно вместе отправятся в Европу. И не будет больше ни крови, ни приключений, а будет их тихое семейное счастье, к которому они, в общем-то, оба стремятся.
Но также Элен говорит, что она сожалеет о судьбе своего отца, но теперь они для него уже ничего сделать не могут, поэтому он будет сам предоставлен своей судьбе. Ну что ж, пиратская сага на этом заканчивается. Шарль и Элен обрели друг друга, и теперь все условия Свенсона выполнены. Нужно к нему отправляться и говорить теперь о ликвидации Левасера. Шарлю Свенсона говорит, что дело выиграно, и Исла Тессора остается у Берегового Братства. Свенсон благодарит Шарля от лица всех баронов. Далее Шарль ставит его в известность, что Элен решила остаться у него в команде его спутницей, а все бразды правления Исла Тессора передаются новому главе Берегового Братства Акуле Дотсону. Это решение Элен. Свенсон говорит, что лучшего спутника для Элен, чем Шарля, найти. Я думаю, все довольны и удовлетворены этим решением. Кроме того, Свенсон дарит Шарлю все осколки с орнаментом всех баронов, так как он уговорил их отказаться от этих пережитков. Ну и кроме того, он дарит Шарлю оберег Янычар. Этот оберег сокращает падение морали команды, а также сокращает потребление рома. Видим все осколки с орнаментом. Ну и самое главное, Шарлю теперь следует отправляться к Акуле Дотсону. У того есть какие-то идеи по ликвидации Левасера. И, собственно, на этом заканчивается пиратская сага. Около южного мейна Шарль натыкается на военный корабль «Пеликан» под голландским флагом. Это корабль с розовыми парусами. Скорее всего, это украденный корабль. Я думаю, что заодно стоит его захватить. Пора подбивать определенные долги, которые Шарль оставил ранее. Теперь у нас нет жестких ограничений по времени. И вот Шарль, естественно, высылает шлюпку на этот пеликан. Надо поговорить с капитаном. Капитан стандартно отшивает Шарля, говорит, что у него нет никаких новостей, торговать он не намерен. Это свидетельствует о том, что это действительно украденный корабль. Это задание портового управляющего Бастера. Ну что ж, будем бомбардировать этот корабль. Единственное, смущает голландский флаг. У Шарля нет возможности поднимать английский флаг, поэтому, я думаю, постараемся выстрелить от первого лица. Если не поднимется пиратский флаг, то будем брать. Если поднимется, то надо будет перезагружаться, оставить этот корабль в покое. Так как напомню, что капеллан у Шарля не прощает того, чтобы поднимался пиратский флаг на корабле Шарля. Смотрим. Все замечательно, остался французский. Значит, будем брать пеликан на абордаж. Если честно, я немного соскучился по морской боевке здесь. Я думаю, что Шарль немного пока забьет на сюжетную линию. Там есть еще задание, например, по работорговцу. А также Шарлю не мешает проапгрейдить ключи, значит, надо захватывать черные корабли, на которых возят стратегические товары. Поэтому я думаю, что Шарль займется все-таки немного фриплеем. Я так понимаю, никаких временных теперь ограничений с точки зрения ожидания акулы на Исла Тессора нет.
идем на абордаж теперь. Ну понятно, что с этим кораблем шар справляется достаточно легко. Идем на пушечную палубу. Вообще у меня возникла, честно говоря, идея сделать некоторый перерыв. Записи корсаров каждому свое, это связано с целым рядом причин. Но первая причина — это техническая. Честно говоря, в последнее время, возможно, это связано с тем, что происходит определенное преобразование в этой игре в связи с последними событиями, патчами и так далее. Игра, честно говоря, у меня, по крайней мере, работает в последнее время достаточно нестабильно. Вот в последнее время у меня часто сейвы почему-то вылетают. То есть они не загружаются. Не знаю, насколько это связано, опять же, с новыми патчами. Но вот Шарль идет в каюту капитана, которого теперь надо победить 2 раза. Стандартный диалог. Шарль напоминает этому капитану, что это не его корабль, что этот корабль украден. Некоторое время назад у меня почему-то эта игра вообще не загружалась. Когда я начал прохождение Mountain Blade Warband. Дело в том, что у меня корсары каждому свое. Не загружались, по-моему, полтора дня, то есть где-то, или 2 дня даже. Я вообще не мог войти в эту игру. Теперь у меня почему-то сейвы вылетают. Я понимаю, что, видимо, еще раз подчеркну, происходят какие-то изменения в этой игре. Надеюсь, что эти изменения к лучшему. Но пока, судя по всему, всем надо, или, по крайней мере, мне придется терпеть некоторые неудобства, и, в общем, я все-таки решаю, что, вероятно, стоит подождать с записью этих прохождений. Видим, что вполне себе средненький корабль этот Пеликан, тем более Шарль он все равно не достанется, его нужно отдавать портовому управляющему Бастере. Туда сейчас Шарль, собственно, и направится. Видим, что пиратский флаг так и не повешен, сохранился французский. Ну и запись гласит, что надо направляться в Бастер. И вот Шарль уже в Бастере, он подготовил корабль для того, чтобы отдать его в портовое управление и получить приличную сумму в дублонах. Теперь надо идти к портовому управляющему. У Шарля уже не помещается инвентарь в одном ящике в каюте. Видим, что он отсыпает 90 тысяч в дублонах. Поэтому пора сдавать все дублоны ростовщикам. Тем более, что уже не осталось ростовщиков в дружественных городах, которым Шарль может отдавать серебро. Более того, он даже в Санто-Доминго разместил 5 миллионов. Оказывается, в испанских городах тоже ростовщики не просто принимают эти вклады, но исправно платят по ним проценты. Честно говоря, вылеты в сохранениях стали тотальными, я никуда не могу сдвинуться с этого момента игры, если честно. Поэтому вынужденно здесь я прерываю прохождение, надеюсь на лучшее, надеюсь, что патчи и прочие изменения не позволят проходить игру дальше. Но на всякий случай фиксирую, чего добился Шарль на текущий момент игры. Видим, что у него уже
под 100 миллионов денег. Видим его статистику. И, безусловно, Шарль должен теперь отправиться на Исла Тесора. Но это уже, надеюсь, будем делать дальше, в других сериях. Но эта серия закончена, продолжение следует. Пока.